За этим дастарханом чай пьют с молоком. Баурсаки готовят часто, а келинки ходят в белых платках. Семья Таттибековых чтит все традиции казахов. После трапезы дают бата. Самое почетное место в доме для дамбры. В семье играют оба сына. А из этой комнаты доносятся не звуки струн, а биты. В свободное время Жэнибек увлекается сочинением трэпов. Это один из стилей рэпа, но агрессивнее и быстрее – 140 ударов в минуту. Изначально его представил итальянец, затем подхватили американцы. После русского и казахский речитатив начал звучать в треках. Adobe Audition была такая программа, такие микрофоны, которые за 2000 покупались, вот на нем записывались, там на Cinema, помните, было? Cinema, там выступали, такая кожаная куртка черная, арафатка, такие все. Говорят, что у нас рэп пришел с запада, да? Но думаю, это не так, потому что у нас вот средние века, да, вот времена Ахан Сере, Биржан Сал. Вот батл, что такое батл? Батл на нашем языке, ну, наверное, это айтос. Вот, но только они батлятся и говорят, типа, я круче тебя, и, там, у меня денег больше, и то, и другое. А у нас, наоборот, у нас проблемы общества раскрывают в айтосе. Тема Жэнибека – любовь, политика, часто проблемы балхаша. Автор даже выпустил альбом, писал треки на русском языке, чтобы было понятно всем, особенно многонациональным друзьям. Русский есть, с узбечка подружка была, и немка подружка была. Ну, есть. Тогда я еще был школьником, написал трек «Узен Баларма». И вот я их написал, чисто так по приколу написал, но я знал, что у меня получится. И у меня получилось, и мои друзья подхватили, у меня есть друг, тема, вот он, я вот пишу, да, трек, сливаю сеть, он сразу включает там истории, то все, ну, мой фанат номер один. Еще один трек специально для всех балхашцев. У нас в стране проживает более 130 национальностей. 1-3-0, мир нажут, народы в стране одной. Как-то наш старш приняли со всей душой. И в честь этого 1 мая у нас будет той. Ну как той, к сожалению, сейчас карантин. Но все же и без этого мы все едины. Корейцы, русские, немцы. Если казах с русским именем, это значит корейцы. Мне нравится то, что корейцы добрые и честные. В нашем очаге для вас всегда найдется место. Для меня русские делятся, те, кто родился здесь, те, кто врач. Те, кто в России родились, с ними понятно. А те, кто здесь, это уже наши русские. Ты понял? Просто наши. И по ту сторону экрана мы нашим маршем. Максиму, Димону и Саше. Ситоре передаю привет, я втрое. А также всем другим народам, которые может назвать балхаш своим домом. И хочу сказать вам, знаете, мы всех чистую душой примем. Но доброту за слабость не принимайте. И мы обязаны преследовать цель одну, как бы сделать счастливее нашу страну. Этот трек дарю я вам чисто так на лайте. Это я, ваш Хан Жэнибек, не забывайте. Как и прежде, желаю вам только добро и счастья. Поэтому говорю вам сау, бывайте. Ай. Асимпас болма арнерге, унирпас болган аркала. Сенде бир кирпиш дунеге кетирген таптады баркалам. 17-летний Михаил заговорил на языке абая также благодаря друзьям. Ему было всего 6 лет, а играя с дворовыми ребятами, казахами, мальчик и сам не понял, как заговорил на новом для себя языке. Мне лет 5-6, я ходил с друзьями. Ну, сначала я вообще ничего не понимал, потом современно там одного слова два выучил, и так пошло как-то. Сейчас Михаил студент политехнического колледжа, учится на токаря. Преподаватели помогли мальчику улучшить грамматику. Эта часть, признается студент, дается ему труднее. Ну, в школе была тройка, а сейчас четверка, ну, пятерка, можно сказать. Диктант у меня вообще там три, иногда вообще два. Сложные буквы, которые с черточкой, у, там, вот, без черточки, вот, соларцумин. Когда закончится карантин, Михаил хочет начать изучать английский. В будущем он мечтает объехать все страны и услышать все языки мира.
Дома на русском языке разговариваю. Мама казахский не знает так. Чуть-чуть знает, немного слов и все. Типа, деньги там, иди сюда. И... На сегодняшний день в Балхаше проживают представители порядка 130 национальностей. И это большая семья, в которой почти 80 тысяч человек. Уже стала традицией отмечать Пасху и Айд всем вместе, ходить купаться на крещение всем городом. И если спросят, говорят балхашский, незеля на цвет кожи, глаз и язык.